А сейчас кадры, которые мы буквально только что получили от нашего корреспондента в Сирии. Там из плена освобождены двое россиян и один итальянец. В декабре прошлого года инженер Виктор Горелов, Абдессатар Хасун, он имеет двойное гражданство, и Марио Белома были захвачены экстремистами недалеко от города Хомса. Сперва за их жизни требовали денежный выкуп, но в итоге боевики согласились обменять похищенных на находящихся в заключении соратников. Сейчас наши соотечественники находятся на территории российского посольства. Они здоровы, чувствуют себя нормально и смогли связаться с родственниками. Спасибо всем, кто принял участие в нашем освобождении. Спасибо. Я в Сирии два с половиной месяца до плена и 54 дня в плену. Это первая поездка? В Сирию первая.